Этот год для автолюбителей и пешеходов удачным назвать нельзя. За 9 месяцев в Темиртау уже произошло 56 дорожно-транспортных происшествий, в которых 57 человек пострадали, 5 погибли. Последний несчастный случай, повлекший гибель человека, произошел 7 сентября в восточной части города. Трагедия произошла на пересечении проспектов Строителей и Республики. В полвосьмого утра женщина шла по пешеходному переходу, когда внезапно на нее со стороны проспекта Республики вылетел автомобиль. Как оказалось, водитель «Тойоты» просто не справился с управлением, в результате чего на полном ходу сбил пешехода. Это все, что осталось от пешеходного знака, который также сбил виновник ДТП. По словам полицейских, виновник аварии сам вызвал скорую помощь и до ее приезда пытался оказать пострадавшей первую медицинскую помощь, но спасти женщину не удалось. Спустя несколько часов пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Сейчас в отношении водителя «Тойоты» заведено уголовное дело. Дорожно-транспортное происшествие полностью зафиксировано, составлена схема, административный материал полностью собран, передан по последствиям для возбуждения уголовного дела, и материал будет рассмотрен уже в суде. Как отмечают полицейские, тот факт, что виновник аварии не скрылся с места происшествия и полностью признает свою вину, при вынесении приговора станет для него смягчающим обстоятельством. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, новости Темиртау.